Екатеринбургский музей изобразительных искусств представляет масштабный проект Фонда реалистического искусства Валерия Пустернакова «Родное искусство». Фонд реалистического искусства основан в 2012 году совместно с его художественным руководителем, искусствоведом Екатериной Сапоговой. Владелец коллекции Валерий Пустернаков на протяжении длительного времени занимается формированием собрания произведений художников-реалистов XX века, прочно занявших достойное место в изобразительном искусстве нашей страны. Ключевой задачей фонда является сохранение художественного наследия выдающихся мастеров советского и постсоветского пространства. Основу коллекции составляют работы художников Ленинградской Петербургской школы живописи, выпускников Академии художеств. Также в ней широко представлены работы московских, крымских и уфимских мастеров. Сегодня собрание Фонда реалистического искусства насчитывает более 800 высокохудожественных произведений. Авторы многих из них имеют звание заслуженных и народных художников России. Выставка призвана продемонстрировать широкую панораму российской реалистической живописи
за 100 лет, начиная с пейзажей членов легендарных объединений «Мир искусства» и «Союз русских художников», созданных еще в 1910-е годы, до полотен наших современников. Творчество участников проекта «Родное искусство», художников разных поколений, раскрывает перед зрителями красоту и гармонию мира, радует своим оптимистическим мироощущением, заставляет по-новому увидеть привычные предметы и явления. Все авторы, чьи работы представлены на выставке, сложившиеся мастера и достойные представители русской академической школы, которым удалось обогатить реалистическую традицию новыми живописными приемами и подходами, найти дополнительные средства художественной выразительности. Избранные произведения выставки являются примером стремления живописцев отразить в своем искусстве не только собственные чувства и эмоции, но и саму душу народа, красоту родной природы и русского человека, раскрыть вечные и высокие темы, неподвластные времени.
экспозиция выставки знакомит зрителя с такими признанными художниками-реалистами XX – начала XXI веков, как Аркадий Пластов, воплотивший в своих работах красочные и эмоциональные образы деревенской жизни и природы. Мастер бытового пейзажа Абрам Архипов, русский художник-импрессионист Леонард Туржанский, искатель выразительного и характерного сюжетного момента Василий Руднев, художник-хроникер советской истории Александр Герасимов, прославляющий русскую балетную школу Василий Братанюк и многие другие. Thank you.
Проект представляет собой успешный пример крупной частной коллекции, тщательно формировавшейся на протяжении более 10 лет и включившей в себя произведения порядка 50 одаренных мастеров реалистического направления Петербурга, Москвы, Уфы, Вологды, Крыма и других регионов страны.